зачитаю сразу же. А какой режим тренировок, холодных тренировок и холодной воды, то есть вот тренировок, какой режим у тебя, какой холодной воды, применение сауны и что нравится делать сейчас? Как идут дела в целом? Режим тренировок, ну, у меня, наверное, он все-таки безрежимный пока какой-то. Я очень люблю кататься на велосипеде. Я это делаю практически каждый день и делаю только если очень сильный ветер, потому что, ну, сдувает велосипед, либо если очень сильный дождь. Вот. А так, да, я все время катаюсь, у меня минимум 30 километров в день. Очень много хожу, и сейчас мне понравилось. Я сегодня с Римой сделала зарядку, которую с нами делала Рима по энергопрактикам, по дыханию. Мне она очень зашла, хотя до этого я не воспринимала ничего в виде йоги, вообще не воспринимала. И мне очень понравились практики с Настей, которая вот она свои практики нам озвучивала, показывала. Вот, они есть пока только в закрытом клубе у нас ее практики, по-моему. Вот, но я думаю, что на ее страничке тоже их много. Вот, еще вот всякие вот такие вот практики осваиваю, но пока только у меня вот оно все естественным путем. Иногда бывает, что если я на длительных днях, депривационных днях, то есть это после пятого дня без подсыпания только если, то очень хочется именно железо потягать. И вот после четвертого, пятого дня депривации я обязательно хожу в спортзал, и там вот я именно на тренажерах работаю достаточно длительное время, и мне это приносит огромное удовольствие. Вот, потому что там идет иное восприятие пространства, иное восприятие, там идет иная плотность пространства на депривационных днях, и именно по-другому воспринимается тяжесть. И это очень здорово. Я ощущаю свое тело. Что касаемо холодной воды, то горячую воду я сейчас не воспринимаю, мне она не очень приятна. Я очень люблю купаться в природных источниках, но если такой возможности нет, то я, конечно же, либо принимаю душ, либо принимаю ванну, я принимаю ее холодную. Вот это то, что касаемо холодной воды. И про сауны. Сауну я раньше очень любила, то есть особенно я очень любила, когда жила на Урале, это после бани в снег. Мне кажется, это огромный кайф, но вот сейчас переехала в Краснодарский край, и здесь мы практически полтора года живем, и как-то не было у нас еще такого, чтобы мы сходили в баню, потому что летом жарко особо не хочется, а зимой, наверное, все-таки мы с детьми куда-нибудь съездим в какую-нибудь баню, но чтобы обязательно она была с какой-нибудь ледяной водой, потому что без ледяной воды я не могу. И на таких длительных днях я не знаю, пока не была я вот на таком длительном периоде в бане, но как только буду, обязательно расскажу.